Доброго времени суток! Это 11-й выпуск мини-шоу «Битва операторов». Тарифы с безлимитным мобильным интернетом, которые вернулись к нам в 2018 году, успели довольно прилично обновиться. Именно им и посвящен данный выпуск. Участники: МТС, Тарифище, Билайн, Анлим, Мегафон, Включайся, общайся, Теле2, Безлимит. Увы, но в разных регионах действуют разные параметры тарифов. Поэтому в статье будут рассматриваться параметры лишь для одного из регионов – Москвы и области. Абонентская плата. Тарифище – 650 рублей в месяц. Для новых подключений действует скидка – 10% на 6 месяцев. Unlim – 20 рублей в сутки за тариф и платная опция HD-видео за 3 рубля в сутки. Итого – 700 рублей в месяц. При заказе сим-карты на сайте предоставляется скидка 50% на абонентскую плату по тарифу на 3 месяца. То есть в первые 3 месяца абонентская плата за тариф и опцию составит 395,5 рублей в месяц. Хотя первые 30 дней услуга HD-видео предоставляется бесплатно, так что в первый месяц еще меньше. Включайся, общайся – 600 рублей в месяц. Безлимит – 500 рублей в месяц. Безлимит получает 10 баллов из 10 возможных. Включайся, общайся – 8 баллов, Тарифище – 7 баллов, Unlim – 6 баллов. Пакет минут. Тарифище. Доступно несколько версий – 500, 800, 1500 и 3000 минут. Но рассматривается версия за 650 рублей в месяц, а это 500 минут для звонков на любые сети России. Unlim. 500 минут для звонков на любые мобильные номера России. Звонки на городские номера оплачиваются отдельно. Включайся, общайся – 600 минут для звонков на любые местные мобильные номера и любые номера России. Звонки на местные городские номера оплачиваются отдельно. Безлимит – безлимитные звонки на номера Теле2 России, которые не расходуют пакет минут, а также 500 минут для звонков на любые номера других операторов по всей России. Безлимит получает 10 баллов, Тарифище – 7 баллов, Включайся, общайся – 5 баллов и Unlim – 3 балла. Пакет СМС. 500 СМС для отправки на любые сети России. Unlim. Пакета СМС на тарифе нет. Включайся, общайся. Пакета СМС на тарифе нет. Безлимит. 50 СМС для отправки на любые сети России. Тарифище получает 2 балла из 2 возможных. Безлимит 1 балл. Unlim и Включайся, общайся по 0 баллов. Раздача интернета. На официальных условиях. Тарифище. Первые 3 гигабайта в месяц предоставляются бесплатно, далее 75 рублей в сутки. Unlim – 1 час 50 рублей, 24 часа – 150 рублей. До 31 марта 2019 года первый час раздачи интернета в сутки предоставляется бесплатно. Включайся, общайся, мобильный интернет раздавать можно. Безлимит, мобильный интернет раздавать нельзя. Включайся, общайся получает 5 баллов из 5 возможных. Тарифище 3 балла, Unlim 1 балл, Безлимит 0 баллов. Перед подведением итогов хочется напомнить, что основная задача битвы операторов – показать параметры тарифов у разных операторов и сравнить их. Баллы – это лишь мое мнение, каждый волен расставлять их для себя сам. Кому-то не нужно большое количество минут, многим не нужны СМС вообще, кому-то нужна раздача интернета, а кому-то нет. Помимо этого, важными параметрами являются качество голосовой связи и скорость мобильного интернета конкретно в вашем регионе. Лично у меня Мегафон работает в 4G+, то есть LTE Advanced, МТС и Билайн в 4G, а Теле2 всего лишь 3G. Поэтому сегодняшний победитель в лице тарифа Безлимит от Теле2 мне оказался неинтересен. Три оператора набрали примерно одинаковое количество баллов. Теле2 с безлимитом 21 балл, МТС с тарифищем 19 баллов, Мегафон с включайся общайся 18 баллов. А вот Билайн со своим анлимом оказался худшим практически по всем параметрам. И да, это все касается лишь Москвы и области. В других регионах параметры могут отличаться от рассматриваемых довольно сильно, так что и условный победитель может быть другим. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.